Идем далее. Всей семьей на стадион. 85-й день рождения стадион «Труд» отметил зимним легкоатлетическим пробегом «Подари надежду». Спортивное мероприятие также было направлено на сбор денег для Юлии Юшковой, участницы благотворительного рождественского марафона «Подари надежду». Минус 10 не помеха. Несмотря на достаточно прохладную погоду, юные кунгурики смогли пробежать заветные 400 метров. Самым маленьким участникам, дошколятам, помогают мамы и папы. Чего только не сделаешь ради юбилейной шоколадки, которую на финише вручают участникам пробега. Старшее поколение тоже не остается в стороне. Им предлагают пробежать 1 или 2 километра. В честь 85-го дня рождения на стадион приехали почетные гости – депутаты Законодательного собрания Пермского края. Алексей Золотарев вспоминает свои детские годы, проведенные именно на труде. Я детство свое провел именно здесь, на этом стадионе. И этими хорошими, приятными воспоминаниями, наверное, горжусь в том, что мне удалось точно так же, как и все дети того поколения, сегодняшнего поколения, быть здесь, участвовать, заниматься спортом. Поэтому сегодня, уважаемые ветераны, мне хочется поблагодарить вас за тот пример, что вы нам дали, за тот пример, что вы даете новому молодому поколению, потому что это очень важно. В первую очередь, это здоровье нашей нации, которое нам необходимо. Во вторую очередь, это дает нашим молодым мальчишкам и девчонкам те правильные навыки и качества, которые необходимы потом будут в жизни. Настойчивость, упорство. Заслуженного работника физической культуры Сергея Шемелина отмечают благодарственным письмом Заксобрания Пермского края. В должности главного физкультурника города Сергей Александрович проработал 19 лет. Громче, громче, громче! Благодарственными письмами главы города и памятными подарками награждаются ветераны спорта. Забег назван благотворительным и проходит в рамках рождественского марафона «Подари надежду». Всего удалось собрать 7184 рубля. Все собранные средства переданы в храм Тихвинской иконы Божьей Матери. После они будут переданы участнице благотворительного рождественского марафона Юлии Юшковой.